Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 20 января на канале «Россия-1» состоится показ сериала «Доктор Улитка». Доктор Киру Улитку из-за ее нерешительности прозвали Улиткой. Она всегда верила словам своего женатого возлюбленного и начальника Виктора Савельева. В профессиональной сфере у Киры дела обстояли иначе. Кира была по-настоящему талантливым врачом-акушером. Однако ее жизнь кардинально изменилась из-за ошибки коллег. Рожавшая под ее наблюдением женщина потеряла своего ребенка, и Виктор Савельев решил уволить Киру. Кира вынуждена покинуть столицу и начать работать в провинциальной больнице. Новый начальник Сергей Крутов встречает ее как врага, считая ее виновной в смерти ребенка и блатной врачом, навязанным ему. Кира вынуждена бороться, чтобы доказать, что имеет право спасать жизни. Она должна преодолеть предрассудки и сопротивление со стороны коллег и начальника. Премьера сериала состоится 20 января на «Россия-1». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!